Давайте посмотрим. Вот то, что мы делали, да? У нас, например, здесь это вопрос. Сколько? Да? Сколько человек? Это один. Да? Да. А здесь вопрос это какой? Первый. Какой человек? Это первый. Угу. Дальше здесь. Сколько человек? Два. Два. Угу. И вопрос какой? А второй? Второй. Третий. Второй. Угу. Сегодня тоже мы можем сказать. Сегодня какое? Сегодня какое число? Второе. Второе число. Да, когда мы говорим число, второе. Сегодня второе августа. Угу. Дальше. Сколько человек здесь? Три. 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 Вопрос, сколько человек? Три, да? И какой человек это? Третий. Третий. И какой человек это третий? Поэтому мы можем вот здесь, например, сказать. Сегодня какое число? Второй. Сегодня второй. Да. Ну, может быть, это... Сейчас я так сделаю. А день недели сегодня какой? Сегодня один недели, первый недели. Сегодня понедельник, Душанбе. Я даже знаю, как это называется. Понедельник сегодня, да. Так. Здравствуйте. Здрасте. Вот что мы можем здесь написать. Сегодня ничего не видно. Это хорошо. Значит, это мы сейчас поправим в черный цвет. Вот, сегодня... Сегодня понедельник, да? Сегодня понедельник. Вчера какой был день? Среда. Понедельник, вторник. Нет. Завтра вторник, а вчера было воскресенье. Воскресенье, да. Ой, воскресенье опять пишет в таблице белым цветом. Вот. Вчера был какой день? Вчера было воскресенье. Да, вот что полностью было написано сегодня. Сегодня. Понедельник. Сегодня понедельник, да. Завтра какой день недели? Вторник. Вторник. Вторник, молодцы. Да, вторник. Вторник, почему? Потому что второй день. Вторник, первый день. Вторник, второй. Сегодня все нормально. Сегодня понедельник. Завтра вторник. Вторник. Да? И сегодня какое число? Сегодня второе число. Да, сегодня второе число. Августа. Август. Сегодня второе августа. Сегодня второе. Вчера какое было число? Первое августа. Да. Первое августа. Да, уже, видите, у кого дети в школе, скоро в школу. Вчера было 1 августа. Завтра? Третье августа. Да, да. Третье августа. Угу. Завтра 3 августа. Хорошо. Вот так. Завтра будет урок? Нет. Нет, нет, не нет, будет. Нет, завтра нет. Будет. А когда урок? После. Послезавтра. 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 Да, этот день будет. Среда. Среда. Какая хитрая таблица. Все пишет у меня белым цветом. Среда будет. Угу. Хорошо. Это будет какой день? Четвертое число.
Да. Четвертое. Четвертый август. Августа, хорошо. Отлично. 4 августа. Замечательно. Так. Давайте вот повторим теперь этажи. Да? Это какой этаж? Первый. Первый этаж. Первый этаж. Угу. Это первый этаж. Это какой этаж? Второй этаж. Второй. Второй этаж. Хорошо. Это какой этаж? Третий этаж. Третий этаж. Угу. Здесь. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Угу. Ну, здесь дом небольшой. Пятый этаж. Пятый этаж. Хорошо. Мы повторили числа. Так. Ну, там дальше вы можете сами говорить, уже пятое, десятое, да? Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый, да. Пятый этаж. Пятый этаж, хорошо. И помните, что мы делали? Да? Мы делали диктант, так? Писали. Угу. Вот сейчас давайте посмотрите и скажите, пожалуйста, это он, она или оно? Оно. Он, она или оно. Хорошо? Найдите. Найдите это слово. Например, слово клуб. Это он. Клуб – это он. Хорошо. Угу. Окно. Оно. 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 Нашли? Оно. Угу. Да. Вот. Вот окно. Угу. Так. Дальше. Друг. Это он. Друг он. Нашли слово друг? Вот оно. Да. Угу. Хорошо. Так, слово. Это оно. Она. Слово. Оно. Она. Оно. Смотрите, оно. Вот. Да, да, слово. Слово. Оно. Угу. Остановка. Она. А следующее. Нашли слово? Да. Здрасте. Нашли слово остановка? Да, да, последний. Вот, хорошо. Ну, может быть, не все быстро найдут. Остановка. Угу. Дальше слово группа. Она. Группа, она. Она тоже, первое, да. Слово. Вот. Вот это слово группа. Это она. Хорошо. Угу. Теперь повторим, как считаем вопросы. Здесь вопрос. Кто это? Кто это? Кто это? Угу. Кто это? Кто это? Да. Угу. И второй вопрос. Что это? Кто это? Что это? Кто это или что это? Хорошо. Угу. Что давайте это? Вспомним, как мы что здесь. Это? Люсия. Люсия, пожалуйста. Люсия, можете? Это вода, это ответ. Пожалуйста, какой вопрос? Кто это и что это? Правильно. Что это? Молодец. Угу. Да. Здесь вопрос. Что это? Угу. Это? Вода. Это вода. Угу. Хорошо. Так, сейчас я посмотрю, кто еще может мне ответить. Хадижа. Это друг. А вопрос? Кто это? Угу. Это да. Мой друг. Это ну, мой, пока мы не учили. Вот это друг, например. Это, да, хорошо. Это. Так, Гулям, пожалуйста. Что это? Это лампа. Угу. Хорошо. Что это? Это лампа. Угу. Хорошо. Где лампа? Так, дальше. Сара. Да. Кто это? Это папа. Угу. Кто это? Дальше. Табасом. Что это? Это фото. Угу. Это фото. Угу. Хорошо. Так, кто у меня еще? Казим здесь? Да. Давайте. Здрасте. Да. Что это? Это завтрак. Угу, хорошо. Что это? Это завтрак. Так. Дальше кто?
Что это? Мясо. Ну давайте, да, вот кто. Это? Что это? Мясо. Это мясо. Угу. Это мясо. Здесь? Что это? Угу. Это кофе. Угу. Так. Здесь вопрос что будет? Это? Что да. Это? Угу. Это парк. Что это? Это парк. Да. Это парк. Угу. Так, Люсия здесь у меня? Нет? Это собака. Люсия здесь. Угу. Кто это? Это собака. Хорошо. Собака. Так, и вот здесь вопросы, да? Здесь нет слова «кто» или «что», да? Просто вопрос. Да. Это рыба? Ответ? Может быть, да? Или нет? Нет. Да, только два варианта ответа, да или нет. Рыба, да. Хорошо, вот. И такой же вопрос. Нет. Мы с вами читали уже, да? Только я здесь его так разделила. А кто это? Это завод. Нет, не кто это. Вот, например, такой вопрос, да. Это завод? Угу. Нет. Нет, это не завод. Это? Это рынок. Рынок. Это рынок. Как здесь читаем вопрос? Это карта. Это угу. Карта. Это карта. Это карта. Это, да, карта. Это карта. Да, это карта. Угу. Здесь вопрос? Это вокзал. Вокзал. Угу. Да, это вокзал. Да, это вокзал. Угу. Хорошо. Это телефон. Это телефон. Да, правильно. Это телефон. Хорошо. Да. И вот еще диалоги с вопросом «кто?». Да? Кто? Это? Кто это? Это Ира. Это Ира. Например. Или вопрос «что?». Что это? Да? Что это? Это сок. Угу. Так, пожалуйста, здесь у меня Хусния. Хусния, можете читать? Да. Нет? Давайте. А, кто это? Это угу. Марина. Угу. Так, Казим. Да. Что это? Это фастфуд. Угу. Хорошо. Люсия. Угу, хорошо. Рона? Да. Где банк? Он банк. Где банк? Где угу. Банк? Он там. Хорошо. Угу. Сара? Да. Кто дома? Угу. Мы дома. Мы дома. Так, дальше. Гулям. Где книга? Угу. Вот она. Вот она. Угу. Хорошо. Хадиже. Там. Там остановка. Там остановка. Угу. Дальше. Вот еще вопрос. Без слова кто или что, да? Помните? Это Ира, например. Да? Это она. Она. Угу. Или в мужском роде это Иван? Иван. Да, это да, он. Это он. Угу. Да, это он. Так, читаем. А так, стойте, Абдулла. Абдулла, это у меня паштун, да? Паштун. Да. Давайте, читаем. Уру. Завтра. Да, завтра. Угу. Вопрос на слово «завтра». Урок «завтра», да? Да. «Завтра». Угу. Так, Хусния. Хусния. Да. Это брат? Угу. Нет, это друг. Нет, это друг. Хорошо. Дальше. Казим? Да. Мистер тут? Нет, он дома. Угу. Дальше. Люсия.
это чай. Хорошо. Так, и теперь здесь два варианта. Два варианта. Угу. Так, Рона читала? Да. Ну, давайте. Рона, читаем, да. Это Марина. Это... Да, это Нина. Рона, погромче. Да. Это Нина. Да, это он. Она. Это Нина? Да. Это она. Хорошо. Так. Давайте здесь. Хадижа. Где банк? Угу. Он там. Угу. Он, банк. Банк. Там. Банк там. Это он? Хорошо. Так, нет, здесь он нету. Тут вопрос, где? Так? Или вопрос там, или не там. Понимаете? Вот, две модели. Хорошо, Сара. Кто там? Там остановка. Остановка тут. Да, вот остановка. Вот, да, вот автобус. Автобус. Да, вот автобус. Хорошо. Сейчас надо попробовать, да, сделать полный вопрос. И вот слова. Кто, что, когда или где. Да? Гулям, попробуйте. Какой вопрос будет здесь? Это что? Что это? Это банк. Подождите, это Виктор. Да. А, Виктор, кто? Кто это? Это Виктор. Кто это? Да, это Виктор. Да, это... да вот Виктор. Сейчас вы, да, получили полный вопрос. Кто? О, Господи. У меня с этими. Кто? Кто это? Угу. Это Виктор. Виктор. Вот сейчас полный вопрос. Все правильно. Хорошо. Номер два. Так, сейчас посмотрим, кто у нас дальше. Номер два, номер два. Так, Табасом. Что это? Это стадион. Стадион. Это стадион. Угу. Что? Здесь должен быть вопрос «что». Хорошо. Так. Посмотрите, номер три. Сейчас я давайте по списку. Угу. Так. Паштун. Номер три. Как... Когда? Да, да. Когда урок. Угу. Когда урок? Урок утром. Утром. Все правильно. Здесь будет вопрос... Когда? Так, а почему у меня места не хватает? Ну ладно, неважно. Когда? Хорошо. Так. Почему-то это. Угу. Угу. Дальше следующий. Кто у нас? Хусния. Четыре. Школа. Да. Она там. Угу. Где школа? Она там. Хорошо. Угу. Так. Теперь. Пожалуйста, смотрите, надо прочитать. Кто читал сейчас, Хусния? Да. Угу, угу. Так, Казим, пожалуйста. Дома. Дома. Она дома. Анна дома. Кто дома? Это Анна дома. Угу. Она. Так. И ну, сейчас я давайте всем скажу тогда примерно, да? Вот в таком вопросе угу, нам нужно слово «что» в ответе слово «клуб». Да? Вот какая информация в конце, там «клуб». Значит, такое и будет вопрос. Так. Дальше. Ну, давайте еще раз. Вот номер шесть. Казим, подумайте, пожалуйста. Номер шесть. Где дома? А нет, нет, дома? Нет. Нет, она смотрите. Дома. Номер шесть. Где клуб?
Там клуб. Нет. У вас вопрос со словом «там». И ответ – клуб. Ответ – клуб. Человек не знает, например, это... Где клуб? Клуб там. Там клуб. Запутался. Вы спрашиваете, где клуб? Тогда можно ответить – клуб там. Понимаете? Вот смотрите. Сейчас. Вот здесь вы да. Слово, у вас слово должно быть. А, там. Вопрос, это вопрос, а это ответ. Там клуб. У вас слово клуб. Там. У вас слово клуб, это ответ на вопрос, что. Что там? Что там? Там, да. Там клуб. Так? А вы вот так спрашиваете. Там клуб или не клуб, например? Вопрос может быть «да». Там клуб. Да, там клуб. Если отрицательный, тогда «нет». Там, например, магазин. Другое какое-то слово. Головные. Так, дальше. Седьмое, Люсье. Нет, номер семь. Семь. Если вопрос «это паспорт», вот я могу показать, ну что. «Это паспорт»? Это паспорт? Нет. 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 Нет, нет, это телефон. А у вас ответ какой? Вот он. Вот он. Где паспорт? Где, точно, молодец. Где? Где паспорт? Вот он. Хорошо. Угу. Так. Теперь полный вопрос. Над полным вопросом надо подумать. Никаких слов нету вообще. Угу. Рона, давайте. Что номер это? Один. А, что это? Да, угу. Я пишу. Это сумка. Что это? Правильно. Это сумка. Угу. Так, Хадижа, номер два. Номер два. Антон дома? Да, Антон дома. Здесь нет, да. Здесь сразу что Антон. Кто это Антон дома? Что? Правильно? Если вопрос будет, кто это Антон. Кто это Антон? Да. Антон? Подумайте. Дома. Дома. Это какой вопрос? Это вопрос где? Это вопрос где? Где? Да. Где Антон? Правильно. Где? Где Антон? Где Антон? Где Антон? Антон? Антон дома. Дома. Вот. Так. Теперь номер три. Только не вы. А сейчас, а кто? Сара. Да. Когда урок? Урок угу. Завтра. Вот, правильно, хорошо. Когда урок? Урок. Да. А почему вопрос «когда»? Потому что здесь ответ «завтра». Завтра. Завтра. Поэтому здесь вопрос «когда». Угу. Здесь посмотрите. Антон дома. Поэтому вопрос «где». Да, поэтому вопрос «где». Хорошо. Так, дальше. Гулям, номер четыре. Где остановка? Остановка правильно. Там. Отлично, хорошо. Да-да-да. Где? Остановка. Остановка. Ой, пропустила букву. Где остановка? Поменьше надо.
Где остановка? Остановка там. Вот да, там. Вот здесь слово «там», поэтому вопрос «где?». Где? Угу. Так, номер пять. Сейчас посмотрим, кто ответит нам номер пять. Да, это... Да, сейчас, да. Давайте, это басом. Это пятое. Магазин? Это магазин? Угу. Да, это угу. Магазин. Угу. Это. Вопрос, это магазин или не магазин? Да. Да, это магазин. Это магазин. Угу, хорошо. Номер шесть, вот здесь подумайте, здесь много вариантов. Угу. Так, Паштун, пожалуйста, давайте. Да. Это номер магазин, шесть. Это магазин, не да. Это банк. Молодец. Сложный вопрос. Это магазин? Нет. Это банк. Это банк. Отлично. То есть здесь, да, другой вариант должен быть. Не такой, как в ответе. Угу. Хорошо. Так, сейчас я сделаю это поменьше. Угу. Номер семь. Так, это у нас Хусния. Где парк? Там парк. Если вопрос, где парк, тогда мы отвечаем парк там. У нас ответ на вопрос в конце, понимаете? Вот, а другой был здесь ответ. Там, там парк. Вот парк, это здесь важно. Здесь важно слово парк. Значит, вопрос какой? Это парк? Нет, или где находится парк? Где находится? Ну ладно, хорошо. Помогаю. Что там? Что там? Там парк. Угу. Так, номер восемь. Казим, любые варианты могут быть, да? Так, Азим не слышит нас. Номер восемь. Он лектор? Да, вот он. Вот. Еще раз. Вот, вот парк, да. Да, вот парк. Угу. Можно сказать, да. Или можно так сказать. Это парк? Да, вот он. Угу. Ну, парк и все что угодно может быть. Хорошо, отлично. Так, сейчас я нахожу следующее. Сейчас, минуточку. Это мы и русский язык, правильно? Так, вот, может быть, вы знаете цвет, да? Да. Какое да. Здесь яблоко есть? Красное. Красное, желтое и зеленое, да? И вспомним еще первый, второй и третий. Сейчас вот идет Олимпиада по телевизору, да? Да. Вот мы можем сказать первое место, так? Второе место. И третье. Третье место, да. Вот здесь посмотрите, пожалуйста. Второе яблоко. Какой цвет? Желтый. Желтый. Второе. Второе, да. Третье яблоко. Какое место? Зеленый. Какое место? Цвет. Третье место и зеленый цвет, да. Так, а красное яблоко какое место? Первое. Да, получает первое место. Хорошо. Так. Вот сейчас мы поговорим, как нам... сказать про время, да? Мы знаем, какой день, а сколько времени пока не знаем. Так, вот здесь сколько времени на часах? 13. Один час. 13. 13 очень... Один, да? Ну, пока один. Что не 13, пока что это один, да? Один. И посмотрите, мы скажем об этом вот так. Это один час.
Один час. Один час. Смотрите, один час. Не часа, а час. Один час. Так? А здесь? Два часа. Два часа. Два часа. Да, один, два. Вот когда мы говорим два или три, четыре, вот тогда мы говорим часа. Часа. Часа, да? Вот здесь сейчас, смотрите, сколько времени? Это? Два часа. Два часа. Это два часа, да? А сейчас? Три часа. Три часа. Угу. Или? Четыре. Или четыре часа. Да. 14 – это уже когда официально, например, когда вы по телевизору слышите время, или по радио, или в банке, да? Вот. Это будет 12, 13 и дальше. Хорошо. Так. Потом здесь. Это уже больше. 9 часов. 9 часов. А сейчас? 5 часов. 5 часов. Вот идет 5, 6, 7, 8, и потом это все часов. 5 часов, да? Так, сейчас сколько? 6 часов. 6 часов. Угу. Потом? 7 часов. Угу. Дальше? 8 часов. 8 и так далее. Хорошо, да. Теперь... Это не часы, а это минуты. Угу. Да. Минута – это она. Так? Один. Поэтому одна. Мы скажем одна. Одна. Да. Это на часах одна, одна минута. Одна минута. Так. Один плюс один будет два. Но два. Женский род опять две женский род. Две. Да. Две. Да. Две. Как правильно сказать? Две или три минуты. Три. Три минуты. Или четыре. Минуты. Да. Минуты. Минуты. Да. Минуты. А уже потом это будет пять минут. Пять, шесть, десять, так, двадцать угу. минут. Да, вот сейчас давайте посмотрим, сколько времени сейчас. Это стрелка, это часы, да? Да. У меня, ну вот столько и есть. Сейчас сколько часов? 12. Ой, это у меня, 5. Это у меня 12, а у вас 11 сейчас. 5. Да, вот сейчас сколько часов? 11 часов. И 30-35 минут. Да, 35 минут. Угу. Так. А если я вот сюда переведу минуты, это сколько? 11 часов 5 минут. Ага, 5 минут. 11 часов 5 минут. Хорошо. Если это не 11, если это вот так... Сейчас, давайте я минуту поменяю. Вот у нас так. Сколько времени? 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. Замечательно. Ну вот. Да. С минутами мы справились. Хорошо. Так. Теперь еще немножко почитаем, как мы показываем на себя, да, и на другого человека. Так? Паштун, пожалуйста, читайте. Это я. Ой. Паштун. Паштун не слышит. Да, да, слышите? Да. Давайте, читайте. Это я и друга. И друг. Это я, а это он. Вот, хорошо, замечательно. Так, Сара. Да, это я и подруга. Вот я, а вот она. Она. Если подруга, можно сказать, это она. Хорошо. Так, Хусния.
Это я и мама. Угу. Хорошо. Так, Казим. Это я и папа. Угу. Хорошо. Люсия. Кто ты? Да. Кто вот. Ты? Мы не знаем. Ну, говорим, да? Кто ты? Хорошо, так. Люсия, Рона. Брат. Вот. Угу. Это брат? Вот он. Вот он. Хорошо. Угу. Дальше, Хадижа. Это сестра. Вот. Сестра. Да. Это сестра, вот. Она. Она. Угу. Хорошо. Так. Сара. Вот дом, он здесь. Угу. То есть не только человек, друг, брат и папа, да, это он. Можно сказать и дом. Дом, он здесь. Так, Гулям. Трилька. Угу. Здесь, да, вот. Она. Вот она. Хорошо. Так, после Гуляма. Молоко. Так, сейчас, стойте. Это табасом. Угу. Это молоко. Оно тут. Оно тут. Угу. Дальше. Паштун. Да. Где? Где? Паштун, читай. Где пальто? Вот он. Оно. Вот оно. И это пальто, вот оно. Хорошо. Угу. Хусния. Рыба здесь? Нет. А где она? Да, где рыба? Рыбы нету. Так, вот смотрим. Где рыба? Где она? Вон там. Как у нас теперь, как называются все наши части? Это? Голова. Голова. Да, можно вместе всем голова. Повторять. Голова. Голова. Это голова. Угу. Так, на месте голова, посмотрите. Да. Хорошо. Дальше. Это? Шея. 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 Это шея. Да. Это шея. Так, вот здесь. Грудь. Грудь. Это? Грудь. Грудь, да. Например, врач, да, вы у врача, вы говорите, вот, не могу, грудь болит, да, или голова болит, что-то. Да, хорошо. Дальше. Это? Рука. 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 Угу. Рука. А потом? Живот. 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 Хорошо. У всех есть живот. Замечательно. Живот, а потом? Это нога. Нога. Это нога. У всех есть нога. Слава Богу. Угу. Потом? Колено. 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 Угу. И внизу. Стопа. Угу. Внизу это стопа. А все вместе это части тела. Тела. Это части тела. Все вместе это части тела. Хорошо. Так, еще раз показываем на себя. Это я. Угу. Так, если вместе с другом мы. Это мы. Мы. Угу. Если один друг, ты. Угу. Ты. Если ты. Много, это вы. Угу. Вы. Хорошо. Это один. Он. Угу. Это он. Много. Они. Это они. 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 Если много, это они. Хорошо. Так. Сейчас посмотрим. Мы помним, что такое дом. Дом – это он. Он. Он.
Например, подруга. Она. Это она. 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 Окно. Оно. 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 Окно – это оно. Ну, допустим, это я, да? Да. Это я, это Ольга Владимировна. Вот я там сижу. Так, это я. И что? И что я говорю? Угу. Я говорю, это мой... Мой. Мой дом. Это мой... Мой дом. Дом. Мой дом. Дом – это он. Это мой дом. Это... Моя подруга. Моя подруга. Моя подруга. Смотрите, да. Подруга моя. Это моя... Подруга. Подруга. Угу. И здесь моё это... Мое окно. Мое да. окно. Мое окно. Окно. Так. Мое окно. Значит, там, где он, это мой. Подруга. Моя. Моя. Окно. Мое. Окно. Мое. Хорошо. Так, вот здесь, пожалуйста. Паштун читала. Пусть не я читала. Казим. Казим, можешь прочитать? Казим, что-то нас плохо слышит. Люси, а, слышите? Казим, давайте. Мой бар. Угу. Мой бар. Угу. Мой урок. Мой урок, хорошо. Люсия? Угу. Торт. Друг. Мой друг. Угу. Хорошо. Так, Рона. А, мой дом, мой папа, мой брат. Вот. Угу. Хадижа. Мой клуб. Мой игра. Город. Город. Мой завтрак. Мой завтрак. Угу. Дальше. Сара? Да, мой сок, мой сын, мой суп. Угу. Так, сейчас я дальше посмотрю. Ага, Гулям? Мой стул, мой автобус. Угу, мой автобус. Так, Табасум? Моя мама, моя лампа, моя вода. Угу. Дальше. Паштун? Да. Мой комната. Моя. Моя комната. Моя рыба. Моя карта. Моя карта. Хорошо. Так. Вкуснее. Да, моя страна. Хорошо. Дальше. Казим. Да, мой собака, моя собака. Моя собака. Моя сумка, моя чашка. Угу. Люсия. Угу. Так. Дальше после Люсии. Рона. Фото. Угу. Ми. Моё. 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 Молоко. Моё молоко. Угу. Моё молоко. Так, Хадижа. Мой. Моё. Кресло. Моё. Моё яблоко. Моё. Моё яблоко. Моё яблоко. Хорошо. Так, все на сегодня. У нас время кончилось уже. Я вам отправлю презентацию. Угу. Вот. И урок послезавтра. Угу. Хорошо. Хорошо.
Все, до послезавтра. Все молодцы. Очень хорошо. Рада видеть вас. Угу. Мы тоже. Да. Спасибо да. вам большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.